По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы смогут заработать около 4,5 миллионов. Также новобранцам и их семьям предоставляют более 30 мер соцподдержки. И просто отдать долг Родине и закончить уже это все. Услышать все-таки победу. У каждого мужчины просто должен быть такой шаг, мне кажется, в жизни, что нужно собраться силами, мыслями и сходить в армию. Подать заявку на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате или в районной администрации по месту жительства.